Леонид Тарасов, основатель проекта Inclusive Dance, председатель оргкомитета международного фестиваля Inclusive Dance. В этом году у нас юбилей, 10 лет. Мы проводим его на крупных площадках города Москвы, в зале церковных соборов. Проходили вчера командные соревнования, сегодня гала-концерт в Purple City Hall. Ожидаем 2000 зрителей, плюс онлайн-трансляция, примерно еще 10 тысяч посмотрим. Что важно сейчас, о чем хотелось бы рассказать, то что мы очень большое движение, 654 коллектива, 75 регионов России, 36 стран. Это примерно 10 тысяч человек, танцоров, которые регулярно занимаются танцем, которые выступают и тренируются вместе. И специфика данного направление в том, что это совместное танцевальное творчество, где с инвалидностью и без. Люди с инвалидностью здесь, самыми разными нарушениями, и опорно-двигательные, и интеллектуальные, и нарушения слуха. И танцуют они не сами по себе, а совместно с людьми без инвалидности, с танцующими волонтерами. Но это задача у этого также есть и художественная, то есть эстетические, чтобы создать, помимо вот этого творческого процесса реабилитации внутри, создать еще очень ценный арт-продукт, который можно показывать на сцене, который будет интересен зрителю. И вот сегодня как раз мы имеем такую возможность посмотреть практически спектакль или танцевальный перформанс, который состоит из множества танцевальных номеров разных коллективов, около 150 танцоров вместе, которые связаны одной сюжетной линией, которая рассказывает историю двух людей, девочки 10 лет на коляске и молодого танцовщика, ведущего солиста музыкального театра Станиславского Николаевича. И вот они проходят через эту вот историю, решая свои трудности, отвечая на те вызовы, которые перед ними стоят. И собирают драгоценности, которые заключены в танце, которые помогают им раскрыться не только в танце, но также и в жизни. Меня зовут Растворова Виктория, мне 27 лет. Фестиваля с номером «Береги». Это замечательный общемассовый танец о дружбе, о поддержке, о заботе, о внимании друг к другу. Супер. Какой, что, так как мы опять же детский телеканал, делаю акцент, расскажите, что конкретно вы будете в танце показывать? Это рэп, какие-то движения? Я поняла. В этом танце жестами, движениями тела мы будем показывать простые истины, которые будут понятны без слов. Опять же, да, сказать, не для детского канала. Я просто не знаю, как объяснить, но у нас реально жесты, там, которые означают там, любовь, поддержка. Ну, то есть, весь смысл мы показываем с помощью жестов, языком тела. Весь смысл песни мы передаем жестами и движениями своего тела. Наша команда называется «Никодэн». Номер следует. Идея номер такая, что девушка на коляске влюбляется в молодого человека, они долго переписывались и вдруг решаются встретиться и вживую пообщаться. Вот. Сначала молодой человек боится этого, а потом все-таки возвращается к ней и чувство как бы возникает. Oh boy.